Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня у нас в обзоре обновленный умный китаец от компании Huawei P-Smart 2019 года. Кому и под каким соусом он подойдет, узнаете через пару секунд. Стильный корпус с элегантной глянцевой текстурой задней панели Huawei P-Smart 2019 года создан, чтобы поразить вас. По сравнению с его предыдущим облачением, смартфон выглядит свежо, а благодаря эргономичному дизайну смартфон удобно расположится в вашей руке. Huawei P-Smart оснащен ярким безрамочным экраном. Теперь вам предоставлен абсолютно безграничный обзор. Впечатляющие 6,21 дюйма и разрешение Full HD+, обеспечит высокое качество изображения. Двойная основная камера на 13,2 мегапикселя с диафрагмой f1.8 создаст естественный эффект боке и детально запечатлеет каждый момент. Алгоритмы камеры идентифицируют 22 категории и 500 сценариев съемки в режиме реального времени, чтобы подобрать оптимальные настройки для создания качественных фотографий. С помощью фронтальной камеры на 16 мегапикселей вы сможете создавать яркие автопортреты. Поддержка искусственного интеллекта распознает 8 сценариев съемки и оптимизирует настройки, применяя специальные алгоритмы в режиме реального времени. За производительность здесь отвечает усовершенствованный 8-ядерный процессор Kirin 710, изготовленный по 12-нанометровому техпроцессу. Он эффективно повышает производительность смартфона и снижает потребление энергии. Технология GPU Turbo значительно улучшает обработку графических данных, обеспечивая впечатляющий игровой опыт. А благодаря энергоемкой батареи на 3400 мАч вы сможете смотреть видео, играть, слушать музыку, не задумываясь о подзарядке нового P-Smart. Скорость зарядки в этом устройстве была увеличена на 22%, что позволяет зарядить устройство в кратчайшие сроки. За быструю и безопасную разблокировку смартфона здесь отвечает функция распознавания лица, причем сканирование с фотографией не сработали, что повышает надежность этой функции. А в комплектацию здесь входит адаптер питания, микро-USB провод, стереогарнитура и прозрачная пленка на экран. Huawei P-Smart 2019 года обладает всеми важными и нужными функциями для современного устройства. Это быстрый процессор, хорошие камеры, качественный дисплей и многое другое. Данная модель способна стать бестселлером среди других бюджетных смартфонов от бренда Huawei. А узнать стоимость данного гаджета вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Также будем радовать вас в наших магазинах, где вы сможете поговорить с экспертами, которые расскажут вам о VIP-привилегиях нашей бонусной карты Knowhow, настроят ваш будущий гаджет и расскажут, как им пользоваться. Всем до скорой встречи!